Успешная операция наркоконтроля в Ярославле на улице Розы Люксембург. Полицейские поймали мужчину и изъяли целлофановый пакет с сильнодействующим веществом. Анализ показал, в свертке был героин. На допросе мужчина признался, наркотик купил для себя. Судить мужчину будут не в первый раз. Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств. Полицейскими устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.